Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать. Мы вновь находимся в городе, то есть расположенном на плато высотой более 1900 метров над уровнем моря. У нас здесь буран, прям жесткая такая буря. Мы должны это все переждать. Пока мы ждем, секундочка рекламы. А спонсором данного видео является вновь развлекательный игровой канал Nazarman Games, где каждый найдет себе контент по душе, так как он забит топовыми играми по типу Grounded, Red Dead Redemption, Raft, даже Forest. Короче, прохождение абсолютно разных игр, выбранные подписчиками. И, кстати, говорят, что он всем отвечает в комментарии. Обязательно зайдите и подпишитесь, ссылка в описании. А мы продолжаем. Я все понимаю, мы ждем, но когда эта буря, елки-палки, закончится, потому что это нереально, мы не можем здесь в этой хибарке находиться вечно. Друзья, если я сейчас выйду, я, наверное, замерзну прям запросто и сразу же. Смотрите, какой буран, сильнейший, мощнейший. Ни хрена меня не слышно, мне кажется, но, допустим, давайте зайдем, пока здесь немножечко погреемся, потому что что? Потому что у нас 20 минут еще будет гореть... как ее, буржуйка, как же ее, наверное, назвать-то? Елки-палки. Кстати, вы мне писали про то, что этот ящик, давайте мы посмотрим, если он открывается, открывается, что этот ящик может работать по типу, сейчас скажу, якобы ты здесь что-то оставляешь, вот шапку я оставляю здесь, могу, что могу, нет, это я возьму с собой, тарелку тоже возьму, ну, короче, шапку оставил, да, и когда ты пойдешь, ух ты, нормально. Мы спасены. Да, друзья, мы спасены. Короче, когда ты зайдешь в другую локацию, типа вот мы здесь, мы были там, мы были тут, короче, мы как бы здесь, да? И там будут ящики вот эти вот, то ты обязательно найдешь свои ресы, то есть ресурсы, которые ты оставил в этом ящике, будут везде. То есть есть такая теория. Надо проверить, если это работает. Так, секундочку, по звуку у нас нормально вроде? Надеюсь, нормально. Все, короче, смотрите, у нас все успокоилось, значит, температура снаружи минус 22, по идее терпимо, это же все-таки зима, ё-моё, это у нас 1900 метров над уровнем моря, поэтому персонаж чувствует себя минус 29, что-то громко-то, ху, сделал чуть-чуть потише, давайте проверим, если у нас шапочка там лежит. Потому что мы должны сейчас это проверить. И плюс к этому, да, лежит. И плюс к этому есть такой нюанс. Вы мне писали, что, Кент, елки-палки, ты забыл кое-что взять. Погоди, воду. Мы должны выпить воду. Есть ли у нас водичка? Да, у нас есть водичка. Давайте мы подринкаем, короче, вот этого дела. Правда, можно было само собой взять, да и... я не знаю. Тихо, это не туда пошел. Вот, сейчас нормально. Сейчас и звук нормально, и все нормально. Теперь, тихо, не ломай себе ноги. Мы должны пойти к этой мечети. То есть я реально хочу к этой мечети пойти. То есть там есть мечеть в начале прям карты. То есть вот здесь. И мы должны там кое-что залутать. Мне написали, что там были вот эти вот кирпичи, которые якобы отвечают за паркур, чтобы туда попасть. Мы же вот в этом доме зашли как-нибудь, да? Но там паркура, правда, не было. А возле мечети был еще один маленький домик. Через, то есть в который мы зашли также паркуром. Не знаю, почему я не пользовался этим в мечеть, но я думал, что она просто тупо закрыта. Что ж, проверим. Вот она, красавица, короче, уже вырисовывается. Это шикарно. Сейчас мы туда проникнем и посмотрим, что же там будет. Ну что ж, как я вам уже говорил, в этом доме мы уже как бы были. Мы там уже проникли также. Там через крышу зашли и так далее. В этой мечети мы услышали в прошлый раз вот такой вот гул. Все двери закрыты, давайте ради интереса проверим еще раз. Если мы это все дело обойдем, то сзади будет вот такие вот будут построечки, через которые якобы можно проникнуть внутрь. Я думал вначале, что это есть, я не знаю, там печь, отвечает за печку, и сюда никак ничего не сделаешь. Но хрен его знает. Теперь получается мне нужно, не, сюда само собой нет, но мне нужно прям шифтануть жестко прям так, ух ты. Короче, следы остаются не только на этом, на снегу, а прям на кирпичах. Давай, твою мать! Не получилось. Не получилось, странненько. Ну, видишь как, я уже говорил еще в прошлой серии, что в этой игре есть такая проблема. То есть, это добавляет немножко мягкости в движениях, да? Но когда ты двигаешься, ты кнопку уже убираешь, а персонаж ищу где-то полметра, что-то там химичит. Давайте... на всякий пожарный сделаем. Прямо здесь наверху сейв. Сейчас, гейм сейв, нормально. И, опля, есть контакт. Давай, поднимайся.
отлично. Короче, паркурщики, мы еще те еще. У нас еще была игра такая полностью построена на паркуре, поэтому опыт с паркуром у нас есть. Так, секундочку, чего? Ну, прикольно, прикольно. Смотрится довольно неплохо. Вход здесь будет? Где-нибудь открытое какое-то окно? Охренеть здесь гул. Ух ты ж, ё-моё. Метеор? Maximum energy has increased by 10%. Охренеть. Короче, энергия у меня выросла на 10%. Ты прикинь, то есть навсегда у меня будет намного больше. Опля, я почти упал. Будет на 10% больше энергии. То есть таким способом ты себе прокачиваешь персонажа. Круто. Правда, мне еще спуститься нужно. Обычно, вот прям как в реале, подняться куда-нибудь еще может человек, а вот спуститься самая большая проблема. Потому что когда ты спускаешься, ты можешь реально отдать концы. Давай, есть контакт, падаем. И, соответственно, сейчас мы помолимся здесь, потому что молитва нам в прошлый раз already prayed. Елки зеленые, то есть игра говорит, что ты уже помолился. Ну да, типа в этом месте больше молиться не нужно. А теперь продвигаемся дальше. Я сделал то, что пропустил в прошлой серии. Мне очень интересно, что же там у нас так сильно горит, что дым такой толщины виден. Вот реально с большущего прям расстояния. Так, смотри, мы уже здесь находимся. Да, нужно было вот эту вот локацию. Там у нас был пару ящиков было. Надо было их проверить, если шапочка осталась. Но ничего страшного. На этом мы заклиниваться не будем. По-любому мы найдем какие-то новые построечки. И, ох ты, ты же, елки зеленые. Там есть какая-то хибарочка. Или это вышка? Блин, ну вышка, елки-палки. А ну-ка, секундочку. Это прям вышка-вышка. Можно ли туда попасть или нет? Хрен его знает, вот в полной серьезе. Давайте еще немножко пробежимся вот сюда вот. Так, там тоже вышка есть, вижу. Смотри, как так внезапно мы нашли вышечку. Надеюсь, она недалеко. Ну, по крайней мере, как минимум, она ближе, чем другая. Единственный минус в этой игре, я так и не понял и не увидел никак возможности взять в руки оружие. То есть у меня есть нож, у меня есть топор. Но они используются, я хрен его знает, смотри, есть поле просто выкинуть, шарпен, это проточить. И cancel, и все. А именно в инвентарь как-то это все не в инвентарь, а в руки. Вообще никак. Прям вообще. На 1, на 2 нажимаешь. На таб у нас нифига не работает. На F flashlight. На R. Хрен помечен на R там. Так, мы на эту вышку, короче, идем. И ты эти вот вещи и используешь, ну, якобы как в том же The Long Dark, мне кажется. Там тоже... Ты к чему-то приближаешься, и якобы ты будешь пользоваться твоим ножом для того, чтобы добыть мясо. Но в руки он его не берет. Да, к сожалению. Давайте глянем, что за вышечка. Будет ли там ящики? Будут ли? Как я понял, кстати, игрулька вам нравится, понравилась, по крайней мере, я так заметил. Плюс к этому, игра еще не вышла в Стиме. Уже были такие вопросы, хоть я на это и ответил уже. Ё-моё, это все-таки далеко вышечка. А дымный этот происходит не пойми откуда. И так как игры в Стиме нет, чтобы вы понимали, она появляется 10 февраля. Надеюсь, никаких там, как его... Отмены релиза не будет. Ну и то, как бы это нельзя назвать релизом, потому что она, скорее всего, будет еще в разработке еще кучу, херову тучу лет. И будет, как минимум, там бета-версия или альфа-версия, даже когда появится уже в Стиме. Поэтому на готовую игру вы даже не рассчитываете. То есть здесь, как бы, да, все работает. Багов пока что я, ну, более-менее никаких не заметил. Это мы еще глянем, посмотрим, что да как. Но... контент такой у нас годненький, смотрибельно, смотрится интересно, графика более-менее приятная, есть иногда вот такие вот, ну, нюансы, которые мне не нравятся, но ничего страшного. Блин, на эту башню еще попасть. Находится она где? Находится, ё-моё. Она находится где-то здесь, и такое ощущение, что сюда никак не дойти, и это просто-напросто как... недостижимые такие цели, просто для красоты. Но не факт. Может быть... Эти вот башенки можно как-то до них дотронуться, дойти и зайти. Прикольно. Нам реально повезло, что буря или буран закончился, иначе мы бы здесь просто так не гуляли. Так, персонаж чувствует себя как в минус
Блин, ну почему здесь окон нет? Дверь сейчас откроем, сейчас секундочку. Как в минус 6, хоть на улице у нас минус 14. Это все благо нашей одежды. Если я еще получше одежду найду, то это будет еще круче. Так, air температура 1 град. Чувствуем как 9. Здесь минус 14, чувствуется как минус 6. Поняли, да? Это с левой стороны, смотрим. То есть здесь можно реально находиться, даже не топить вот это вот barrel, короче, даже не нужно. Оу, бинокуляры. Чтобы вы понимали, бинокуляры у нас есть в крафте, понимаете? Здесь у нас где-то были бинокуляры. Крафтятся они с помощью пластика, металла и линз, две штуки. Но, а зачем крафтить, если ты это все можешь найти? Ваферсы, ваферсы, ну что, всегда прям мечтал прям кушать, покушать ваферсы. Ваферсы. Нет, друзья, нет. То, что вы писали, что якобы, якобы один ящик на все вот эти вот локации. Ух ты, сверху мы увидим, куда мы пойдем. Кстати говоря, понять, правда, где я был и где меня не было. Поэтому, к сожалению, они, во-первых, как бы есть, они в пустые, вот это вот, к сожалению, здесь можно поспать, да. Но не работают как схрон личный для нашего персонажа. Это печально, с одной стороны. А с другой стороны, нормально все и так. И так все у нас нормально. Это у нас граница, да? Да, там у нас граница карты. Так, секунду. Чтобы мы поняли, откуда мы пришли. Скорее всего, я пришел вот с этой вот хибарочки. Потом. Да там я был, блин, или там я не был? Или там мы были, или не были? Я не вижу здесь нашей этой мечети, не вижу вообще. Она вроде бы как высокая такая, но ее нифига не видно, очень странно. А ну-ка, бинокуляры, как их можно пользоваться ими? Текс. Use. Блин, ну это глупо. Дорогой этот, куда мы смотрим-то? Разработчик. Охренеть, как они приближают. Сделай же так, чтобы... О, а как выйти из этих бинокуляров? А, интересно. На B нажим. О, на B. Хорошо, на B, короче, работает. Сделай же, ё-моё, слоты 1, 2, 3, чтобы было понятно, что мы тыкаем и что мы делаем. Смотри, бинокуляр. Кстати, я посмотрел, вот точка у нас смотрит на домик. Я нажимаю на B, вот, сейчас сработало. Вот мы пошли вот туда, 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 туда. И где-то у нас... Где-то у нас вот здесь должна быть мечеть. Ее не видно, сейчас посмотрим. Я там был, что ли? Серьезно? Я думал, я был выше. А нифига не выше. Вообще нифига не выше. Вышечки вроде выглядят как довольно рабочие такие вещи. Смотри, там у нас есть хибаркин, которого мы не облутали, получается, да? Сейчас мы туда пойдем обязательно. Давайте посмотрим, друзья, что у нас там с этим дымом. Я же это и хотел. Это за этой вот маленькой горой, надеюсь. Это не просто фейк, потому что мало ли, может быть и фейк быть. Так, там у нас обычная такая башенка. А вот с этой стороны, куда якобы мы пойти хотим вниз, я нифига такого путного вообще не вижу. Это есть странненько, но опять же здесь очень много деревьев и фиг его знает. Может быть, так оно и должно быть. Там еще одна башня турецкая и здесь у нас опять же вот эта вот штукенция, да? Башенка. Хорошо, друзья, у нас там есть домишко, короче, есть цель. Значит, мы сейчас спускаемся. И у этой вот хибарки угол. Угол, короче, правый угол. Мы вот туда вот пойдем. Посмотрим, что в этом доме есть. По-любому там какие-то штуки нужные будут. Один хрен. Вот как этот бинокуляр. И спать нам не нужно. Где у нас время? Время дня и ночи. Кто-то видит время? Cloth temp и так далее. Я не вижу время, но энергия у меня есть. То есть я двигаться могу. Все, я пошел. Если вдруг я что-то здесь где-то пропустил, не забудь об этом написать. Я спущусь, поднимусь, то есть вернусь. И обязательно возьму. Блин, но странно, что с такой здоровой вышки нифига не видно. То есть не видно никакой другой локации. Погоди, я что-то там видел. Это что? Камень просто. Это просто камень. И там у нас хибарок не видно. Или я ни хрена не вижу, или их реально нет. Интересно. Интересно то, что нифига непонятно. Так, стоять, мы это забираем.
Да, вот так. Блин, что-то их много прям здесь развелось, этих палок. Ну, короче, максимум сделаем себе 20, то есть 30 килограмм, потому что мы 30 можем с собой таскать. И на этом, так сказать, остановимся. Короче, я только сейчас врубился. Получается, даже если температура снаружи минус 12, персонаж теряет жизнь. То есть здоровье наше падает, ты понимаешь? Это же трындец какая, по идее, проблемка. Вообще жесть какая проблема. Секундочку, это же не... Это странно, в реале как бы человек так мерзнуть сильно не будет при минус 12 градусов. Так, мы вообще правильно идем, нет? Вроде на север, примерно на север это было. Да, хибарка вот она, и нам где-то вот в этом вот направлении мы найдем эту вот, этот новенький домик. По идее же человек, ну реальный человек, как бы он вот, при минус 12, он нормально себя будет чувствовать. Не будет он прям замерзать так, чтобы у него прям терялось здоровье. Это очень странно. А здесь у меня здоровье все падает и падает. Я понимаю, что у меня там градусник слева, который стоит, красненьким стал. Но опять же, минус 12 это ерунда. Это полнейшая ерунда. Бинокуляры, помогайте. Так, мы туда. В такой местности, по идее, должны быть и во... И волки. Ха, кабанчики, которые мы видели на... Вот так вот, вот так вот, вот так. Короче, делает, успокоился, короче. Кабанчики, которых мы видели на заставке. Короче, что-то ему танцевать хочется, да? Круто. Секундочку. Блин, но бинокли или бинокль вообще охренительная тема. Это застрял. Я бы его завалил на самом деле. Блин, охренеть, как они сильно похожи на кабанов из The Infected. Очень сильно. Блин, у меня ни оружия, ни хрена нет. У меня есть только топор, которым я ничего не смогу сделать. И все. Тут есть в крафте, что у нас есть? Патроны. А оружия никакого здесь мы сделать не сможем. К сожалению. К великому сожалению. Давайте в дом зайдем, а то у меня половина хп уже осталось. А, тут тоже метеор есть. Шикарно. Открывайся. Так, стряпочки собираем. Что у меня по весу? 27 килограмм, нормально. Жить можно при 27 килограмм. И вот бить, ударить. И опять на инвентарь. Что-то там на G, на A, на F, на V, на C. Но это персонажа мы еще видели. Да, мы уже как бы видели. Так, скреп металл забираем. Собираем. И что там у нас еще есть? Поднимается. Странненько. Ну не то, что странненько. Как бы жаль, что коробки не ломаются. Или как минимум не лутаются, и в них ничего такого нет. Это, конечно, странно. Можно же было. Но списываем все на то, что игра все же только начинает свой, так сказать, или называемый так, путь. Блин, ну это, походу, да дальше выйти. Это, да твою мать, блин. Не успевает персонаж выйти. Это склад получается. Так, там были кабаны. Сейчас, секундочку. Сейчас мы посмотрим, что там у нас есть, потому что это нам обязательно нужно. Так, на второй этаж мы еще пойдем. Блин, я мерзну. Я реально мерзну. Здесь потеплее. По идее, в таком месте температура падать не должна. Но мы потихонечку лутаемся, смотрим, что да как. Потихонечку, помаленечку, потому что иначе вообще никак. Так, иди сюда. То же самое, иди сюда. Уголь, все это вот для топки нам прям идеально пригодится. Без этого, ну, блин, ну нахера мне сейчас топор-то, а? Хэтчет. Сделайте мне что-то получше. 32 килограмма, у нас уже перевес в 2 килограмма. Это как плохо, но ничего страшного, мы справимся. Ага, нихера не справимся, у нас прыжок уже не работает. То есть персонаж прыгать не может. Да, значит, мне если паркурчик понадобится, то игра скажет, забудь, Кент, забудь. Давайте я кое-что все-таки выкину. Допустим, чайник, сколько ты весишь? 0,50, бинокль, килограмм. Но он пропадет, если не ошибаюсь, это все пропадет. Поэтому сейчас я уже, мне кажется, выкинул. Хрена себе, блин. Они что, нападать сейчас будут на меня, что ли? Кабанчики? Вы это не прикалываетесь так? Я вижу, у меня перевес, как бы, да, это проблема, но... Твоему... Ё-моё. А что с ними делать-то? Твою же медь. Дай мне взять в руки Sharpen Whetstone.
Понятно. Охренеть. Могу через окно вылезти? Не могу. Мне нужно, блин, перевес. Я не хочу ничего выкидывать. Я пошел. Давай. Тихо, кабанчик. Нормально, держу себя в руках. Кабанчик, не нужно напрягаться. Дор. Открыт дор, хорошо. Фу, мы спасены. Друзья, мы спасены, значит, я здесь разгружусь, чтобы с кабанчиком разобраться. Смотри, мы сюда бинокль ставим. Чем мы еще ставим? Дрова. Блин, ну ждай же как-то поудобнее. Надо все только перетаскивать, иначе никак, вообще никак. И все, перевес я убрал. Могу прыгать. Сейчас, секундочку. Есть ли здесь какое-то оружие? Если здесь кабаны есть? Это наверх. Так, нам не надо сейчас. Сейчас я пока ничего не лутаю, чтобы кабаны никуда не ушли. Блин, винтовка какая-то, я не знаю. Кто что видит? Я не вижу ни винтовки, нифига не вижу. Turkish coffee, sugar. Может здесь? Нет, здесь у нас набор для шитья в шкафу. Панталоны, это хорошо. Здесь поспать, здесь приготовить. Пушки, винтовки, нифига никакой нет. Хорошо, здесь тоже нет. Давайте поднимемся наверх. На крыше, само собой, вряд ли будет что-то. Ну, типа там, для защиты, там, не знаю. Прям, на самом деле, вряд ли. Они реально нападать хотят? Чисто ради интереса, я хочу протестировать, потому что иначе мы никак не поймем, как это работает. Иди сюда, давай. Нет, мы ничего не можем сделать, ничего. Вообще ничего, жесть. Так, перезапуск прошел успешно, сейчас у нас пошел почему-то... Нет, не пошел. Кабанов я здесь не вижу, они походу выключились каким-то образом. Бинокля у меня сейчас нет. Блин, ну странно, странно и очень нехорошо. Метеор, что он даст нам? Stomach capacity. То есть желудок наш стал больше. И его мы можем забить намного серьезнее. Это кирпичи, чтобы ты понимал. Это вываленные, твою мать, кирпичи, блин, из этого вот места. Квадратненькие, прям квадратнее не бывает, и текстурки хуже, так сказать, не бывает. Не в обиду. Так, что у нас дальше? Дальше у нас ни хрена, мы должны зайти обратно и по... Тихо, мы еще тут можем откиснуть, если... Поднимайся, блин, твою же медь, у тебя же паркур работает. Не, ну это уже недочет, жесткий прям недочет. Капец недочет, то есть если есть лесенка, игра тебе просто не дает паркурить. Да, это есть плохо, но ничего страшного. Тихо, опять перелетишь. Давай, спускаемся. Ну, каким-то боком, но он все-таки он молодец. Сейчас собираем пластик, сейчас мы здесь согреемся, нагреемся. Энергию еще прибавим себе. Жаль, что мы не можем ничего сделать. Бензелин, иди сюда, бензелин. Антибиотики. Ты тоже иди сюда. Сейчас мы это все растопим. Спички. У нас есть спички, есть. Такс. Давай. Нужно согреться. Отлично. Сейчас у нас плюс 3 было в доме. А, это снаружи плюс 3. А в доме 56. Мы чувствуем 56 градусов. То есть мы сейчас прям это жаримся. Грубо говоря, мы сейчас жаримся прям жестко. Да давай этот резюм нажми. Что ж, соберем, покушаем. Wet floor, я не помню, что это такое. Но это, короче, какая-то фигня. Сейчас мы все здесь облутаем. Не знаю, есть смысл здесь поспать или нет. По идее, у нас энергии еще хватает. Поэтому спать, мне кажется, я не буду. Бинокль забираю, но что-то нужно оставить. Мы должны сейчас себе приготовить поесть. Но что-то вот я сейчас прям все прям забираю себе, чтобы понять тяжесть всего этого. И давайте приготовим себе немножечко по... Чтобы вы понимали, покушать. Смотри, у меня желудок стал больше на 10%, но он почему-то прям жестко страдает. Плюс к этому воды надо попить, так как он прям хочет. Так, с воды у нас нет. Melt snow, давайте сделаем. Вот для чего низко нужна. Но эта тарелочка для того, чтобы... Сколько? 47 игрового времени? Ты что, прикалываешься, блин? То есть мы сейчас будем топить... 13 минут, блин. Охренеть. Я думал, 47 минут будет топиться этот снег. Это было бы как минимум странно.
Вообще как. Так, кабаны, вы что там? Все? Пропали? Пропали. Бревен дофига я вижу. Ну, палочек, досок и так далее. Хорошо, значит нам... Да, успел, молодец. А нам нужно сейчас... А это не было приоткрыто. Дверь. Она закрылась почему-то, окей. Так, есть водичка, нет, 6 минут еще осталось. Ну, спать я сейчас не буду, мы жестко прям согреваемся. Давайте тогда в таком случае подумаем, что мы сейчас будем выкидывать. Потому что с таким весом ходить далеко мы не сможем. Ну, кондиция даже есть, 63-67, мне кажется, 1 килограмм, 1 килограмм. Это что такое, ган клининг? Если мы оружие найдем, мы это будем, этим будем чистить. Чай, ну чай он как бы согревает. Мне кажется, уголь бросим. Забирай. Отлично, сейчас мы себе что-то приготовим. Что-нибудь покушать. Или сначала попить, потому что реально тоже перс хочет и попить. Это чаечек. Хотя мы если в путь пойдем, значит энергии. Restore energy by 30. Давай, start cooking. Делаем себе кофе. А можно одновременно еще кое-что... Нет, одновременно он сказал, что ни хрена. Забудь. Turkish coffee pot. Стоять, не дергаться. Так, Turkish coffee pot мы его выпьем. Сейчас автоматически ставим, пока мы там пить будем. Мы ставим bread. Мы можем хлеб даже замутить. Супчик можно. Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Короче. Давайте еще раз замутим. Че? Burning time is... говорит, что нет, недостаточно, давай вот так вот сделаем, недостаточно этого топлива для того, чтобы сделать себе, опять же, воду. Круто, да. Что могу сказать? Пьем сейчас в таком случае чаечек, который нам даст немножечко этого энергии. Энергии у нас прибавилось, было половина, сейчас стало больше, да, и на 30%. И ждем, опять же, снег. Да, огончик, блин, костерчик мне все-таки нравится. Он смотрится охренительно. Прикольно. Да, сама печка тоже неплохая. Так, водичку взяли и сделали себе прям моментально турхана суп. Потому что у нас есть тархана, то есть старт кукинг. Сколько там, 20 минут? Сколько у нас тархана вообще есть? Тархана это у нас, это вафли, это Turkish tea. Это флур какой-то. Я тархану не вижу. Может где-то она и есть, Turkish coffee. Что-то там. Короче, тарханы я ни хрена не вижу. Окей, в таком случае, что мне оставить? Дрова, что ли? 26 дров, я же, блин, я зря их собирал, что ли? Так, окей, пока готовят, смотри, в ящик ставим. Сплит, есть контакт, половину оставить. Блин, ну пусть будет сплит. Если что, и в другом ящике, блин, короче, все нужно оставить. Сплит. Вот так. В другом ящике. Да, вообще насрать. Давай. Все прям оставляю сюда. Начхать. А все другие инструменты или ресурсы мы заберем с собой. Тут у нас ножик просто имеет свою кондицию. И он может реально как бы испортиться. Мало ли, что мы там будем добывать, делать. Хрен его знает, когда это вообще будет. Потому что до сих пор. Вот это, мне кажется, тоже нужно скинуть сюда. Это у нас дрова, которые много весят. А, правый клик работает. Сплит. Да, может, час может. Да, и сейчас тоже засплитим сюда и освободил себе инвентарь. Все, вот так еще терпимо. Давай, покушай супчик. Не бери. Че я взял? Вафли? Откуда я взял вафли-то? Тут тоже можно, нет? Нет, тут нельзя. Я думал, тут дырочка тоже для готовки. Окей. Готовься, супчик. Мне пора, блин. А че по воде так мало-то? Из-за тепла, ё-моё. Из-за тепла, блин. Да не, ты не то делаешь, забирай тархану суп. Из-за тепла у него вода прям из нас испаряется. Так, где у нас супец? Вот он супец, взяли и... Отлично, воду тоже. Сейчас я воду вообще, наверное, на улице буду пить. Так, 24 минуты, отлично. Мы, короче, согрелись. Спать нам не нужно, потому что у нас вообще все шикарно. Открываем дверку. Закрываем дверку, снаружи минус 15, терпимо, то есть двигаться можно. И идем вниз по рельсам. Это в направлении, если мы сюда на север почти шли. Это значит надо юго-запад. Вот так вот, да?
примерно. Вот, видишь, о чем я и говорил в прошлой серии. Ты просто приходишь сюда, нажимаешь, и он рубит. Все, 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 все. Как это? Да. Как это отменить? Канцелить, как это хотел я сказать. Но бывает. Окей. Все взяли. Там ничего не пропустили, ничего не забыли. Хотя, погоди. Я же прыгать не мог, правильно? Я хочу кое-что здесь проверить. У меня был просто перевес, и я прыгать не мог. А я хочу... Хочу я вот сюда вот попасть. Дай пройти-то твою же налево или направо. Может быть, здесь что-то спрятано. Игра, блин, дай дальше пропусти ты меня. Так, это присесть? Это присесть, да? Понял. Сейчас, так он, короче, не... Давай присядь. Присядь, кому говорю. Не хочет. Я хочу сюда. Сюда хочу. Пропустите меня, блин. Да, не позволяет нам игра. Короче, нам придется через окно глянуть. Или через вот это вот отверстие, если это окно можно назвать. Это, скорее всего, окно. Глянуть, что там у нас. Что там у нас ни хрена нет. И попасть туда также никак. Да, короче, дошел я до этого, до этих рельсов, или как они называются, да, до дорожных этих путей, или как их там, ну, неважно. И дело в том, что у нас по-любому минус 17 снаружи, персонаж чувствует себя как на минус 9, и хпшечка его, жизнь как бы теряется, это очень плохо. У нас есть, кстати говоря, возможность скрафтить здесь, так, сейчас, секундочку, не статы, а... Так, стоять. А есть возможность скрафтить себе одежду. Правда, для этого нам нужна шкура этого раббита, как его, зайца. Дир — это олень. Бор — это свинья, это вот. Бор, опять же. Волк даже есть, опять же волк. И медведь, то есть мы должны добыть себе шкурку, чтобы сделать вот такие вот меховые шубки, штаны и так далее. Чтобы добыть вот это вот все, я здесь пока что в этой игре не видел ни одного оружия. Тихо. Так, с музыку в таких играх желательно выключить, потому что, ну, неизвестно. Музыка здесь будет, может быть, реально с авторскими правами, поэтому я ее выключаю. Если есть проекты такие прям подороже, такие прям серьезные, то там как бы париться не нужно. Ага, хорошо. Большущая постройка. И без проблем как можешь музыку включать. А здесь, кто его знает, может, эта музыка реально чья-то и... Попадутся нам авторские права на канал. А оно нам надо? Оно нам не надо. Сейчас мы туда пойдем, сейчас, секундочку. Хочу в эту ямку глянуть. Что у нас здесь, да как? А в ямке этой нифига не видно, кроме как такое ощущение, что сейчас на нас надвигается какой-то буран, буря или как минимум туман. Прям как в Miss Survival. Поэтому самое время зайти. Блин, эта постройка та же, что и там, в полном серьезе. Ага, но немножечко с другими ресурсами. Тут топливо. Тут у нас дрова, которых мы возьмем. Будем греться. Опять же, уголь. Да, ну хорошо, значит, с перевесом ходить нет смысла. Это вот не рубится, нифига не добывается. Ты берешь эти вот ресурсы, если у тебя реально перевес, ты просто их скидываешь в этом же доме. Если вдруг тебе это понадобится, ты возьмешь потом. Давай, забирай, забирай, что ты. Ты это потом как бы возьмешь, придешь, соберешь все заново, и все у тебя будет прям норм. Текс. Что это такое? Гюрканлар, короче. Цемент какой-то. Бетон, ё-моё. Блин, он реально закрыл вот это вот помещение. Закрыл для всех. И там закрыл, и тут закрыл. Он здесь что-то планирует. 100%. Так, передвижение стало помедленнее. Наверное, логично. Я должен срочно там уже не лутаться, как бы, а пойти в дом. Тихо, тихо, давай. Пойти в дом и полностью разгрузиться. Это не вариант. Ух ты, велосипед даже есть. Серьезно? Пылесос даже. А у вас что-то электричество было, друзья? Я не понял. О, чайник еще один. Pepper mixed spice. Короче, здесь есть разные вещи для крафта, вафли. Ой, всякая такая вот фигня. Так, секундочку. Значит, скидываем опять же вот это вот все. Скидываем вот... Да не надо. Вот прям все. Прям скину, скинь, чтобы было нормальное место. Бинокль пока оставь. Мы сейчас еще Да ну! Макаров? Иди-ка ты маленький сюда. Пистол. Бутылочка с водой. Я что-то там скинул. Оно как-то двинулось так. Непонятно. Так, секундочку. Друзья мои, первое оружие. Эквип.
Куда мы это эквипнули? Куда, блин? Я нажимаю эквип, но куда? На один? На два? На три? На R? На T? На F? На G? На H? Понял? На Q? Тоже нет? Да, на... Серьезно, на Q, что ли? А если без Q? Да, это на Q делается. Охренеть. На Q и правая кнопка мыши. А как убрать? Охренеть, как это все криво работает. Убрать как? Друзья мои, у нас прицел как бы встал, но что-то как-то патронов нет. Значит, мы должны скрафтить. Для этого нам нужен, если не ошибаюсь, этот сульфур или что-то там было. Да, сульфур нужен был, который у меня, которого у нас нет. Шотган, короче, в игре есть, скорее всего, есть этот пистолет. Сульфур нужно добыть. Продобывается он, скорее всего, киркой, а не топором. А как тебе вот, убрал. О, анимация появилась. Не на Q, а просто правая кнопка мыши. А Q что такое? Так, секунду. А, Q он достает пистолет, я понял. Q он пистолетик, видишь ли, достает, да? Вот так вот, как будто винтовочку достает. Анимация одна для всех. И для шотгана, и для пистолета. Понятно, и так вот он целится. Патронов, правда, ни хрена нет. Но интересно, персонаж смотрится по-любому довольно неплохо. Что, забираем здесь... турецкую какую-то эту вот рубашечку или как ее, маечку. Тип вот, они ломаются? Они, скорее всего, не ломаются. Кондиция, кстати говоря, кондишн 61. А ты кондишн, что у тебя с кондишном? А ну-ка ты где? Ты 67. Ну окей, в таком случае я... Так, погоди, я вот сюда... А, так нельзя, да? Я вот сюда тогда скину пока что все-таки это вот... Получше, которая, да? Здесь мы приготовим себе чаечек. Сейчас мы тут разведем. Кострижка. Давай, зажги. Будем молодцом. Melt Snow, само собой, по-прежнему. Хотя у нас там бутылочка с водой была. 58 минут. Иди сюда, я тебя еще добавлю. Вот так вот, да? И сейчас мы кое-что приготовим с вами. Pepper. Это приправы разные. Лук. Чеснок. Забирай, забирай. И эти твердый, короче, сахар. Твердый, видишь ли. Кофе. Кофе у нас дофига, блин. Тунец. Опять же этот wet floor. И вафли. И вафли. Вафли. Пылесос работает? Пылесос нифига не работает. Он просто есть. Wet stone. Что такое wet stone? С английским у нас... Ну, якобы проблем нет. Но все-таки wet stone мы не понимаем, что это такое. Потому что я просто тупо не знаю этого. Так, электроника, флешлайт, это фонарь, наконец-то. Фонарь у нас на L. Не? На F. Да, у нас есть, блин, тут батарейки нужно охренеть. Батарейки кончаются. Стой, там была что-то, записочка. Нет, это просто наклеечка. Ага, сейчас подъем наверх, иди сюда. Бензолин взяли, антибиотики. Здесь у нас ничего. Главное ничего не пропускать, потому что вот видишь, пистолет был. А вдруг что-то еще там валяться будет, и возьмешь, да и пропустишь. Фекс. Солнышко-то садится-то у нас-то, а? Красненькое все такое стало. Мне кажется, или FPS у меня упал? 46 FPS. Не, сейчас 55. Окей. Это при моей машине-то. Компьютер-то у нас, калькулятор-то не совсем плохой. Блин, твою медь, собака, блин, с перевесом этим, я не могу сейчас сюда подняться. Ёлки-палки. Хорошо, придется падать. Придется падать, давайте сделаем сейв, посмотрим, что у нас по хп. Он сейчас прыгать просто не хочет. Не теряет, нормально, нормально, жить вот так вот можно. Хорошо, поднимаюсь. Ясно хрен, что вода у нас тут уже готова, забирай. И приготовь себе, что мы хотим побольше. Побольше мы хотим кушать, у нас супчика нет, к сожалению. Тархан у нас нет, хлеба тоже нет. Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Потому что это как бы, по идее, плохо. Старт кукинг. Давай, готовь вот это вот дело. А что мы можем сейчас просто поесть? Серьезно, это... А, вафли можно поесть, это чай. Это нельзя просто так поесть, скорее всего, потому что это приготовить нужно. Это кофе, короче, только вафли и тунец. Давай тунец съедим. Хренась. Есть. А что так мало добавилось? Хотя нормально, терпимо. Терпимо, по идее терпимо. Сколько ты весишь? 25, 250, то есть это тоже 250. Этого больше, значит мы это съедим. 20% и 25, значит смотри, вот это тоже мы съедим. Отлично, шикарненько, вафли. Пошли, короче, в ход.
вода есть, пепер, как перец, короче, есть. По весу у нас еще плохо все. Вот это вот я, скорее всего... Да нет, пока пить не буду. Мы, значит, бросим здесь дрова. Вот сюда, блин, ФПС, капец, он как жестко упал. Странненько, но реально упал. И все остальное опять же забираем с собой. Это 3 минуты. Мне кажется, да, это выпьем. Мало это воды даст, по идее. Но у нас есть кока-кола, что-то там, короче, у нас есть 3 баночки плюс бутылочка с водой. И мы ее, так, cancel. Оставим так, 50... 500 грамм здесь. Здесь 350, 30%, 50%. Выгоднее вот это вот выпить, дринк. Выгоднее, вес убирается. И кофе сейчас возьмем. Энергии прибавим себе. Ой, дринкай, давай дринкай. 30% всего этого забрали. Все отлично. Так, что у нас со штанами? Пент, что-то там. Серьезно, не хочешь? Да ну, а куда их ставить-то? Wear. Окей, хорошо. А у нас было плюс... Так, погоди, а как... Да ну, сейчас уже не убрать их отсюда, охренеть. И 65 кондиция, давайте вот это вот. Плюс 3 градуса это добавляет. А старые где? Я хотел их просто отсюда выкинуть, то есть поменять и... И проверить. Они просто пропадают, охренеть. Я думал, они сюда опять же скинутся, в этот инвентарь. И это плюс 2 градуса дает тепла. Wear. Ну это вообще ерунда. То, что мы сейчас как бы сделали, это полная ерунда. Персонаж согревается немножечко. Так, здесь пусть горит. А мы уходим, друзья. Да, мы отсюда уходим. Мы здесь больше не имеем ничего, короче, так сказать, общего с этим домом. Кроме того, что мы ему оставили вот этого дела и вот этого дела. То, правда, слышь, иди сюда. Так, сколько у тебя? У тебя было 67, потому что ты новенький, а у тебя 60. А, он вообще не поменял свой кондишн. Прям вообще, тогда вот так. Мы пошли. Все, еще раз сделаем сейв. Так, сейв. Мы полностью согрелись, у нас все хорошо, все прекрасно. Мы сейчас уходим. И уходим каким-то боком добывать сульфур. По идее, сульфур добывать для того, чтобы сделать себе... патроны, это его или найти нужно. В крафте у нас нету, я не видел, чтобы у нас было в крафте. Кстати, бандажик, елки зеленые. Бандажик. Давай, еще не хочешь, да? Сейчас, секундочку. Чтобы сделать себе, ага, торч есть. Бренч. Это одна палочка. Окей, но у меня фонарик есть. Хорошо, чтобы сделать себе бандажик. Давай, скрафти. Я же должен себя захилить, если не ошибаюсь. Куда он выпал? Сюда, да? Use. Сколько у меня захилит? А, ни хрена, блин. Лучше не стало. А если антибиотики взять? Антибиотики, медикал. Да, хпшечку восстанавливает. Use. Отлично, подняли себе здоровье. Шикарно. Надо было раньше это сделать, но ничего страшного. Как бы учимся, друзья мои, учимся. Я хотел сульфур добыть. И там такие камни, как будто они другого цвета, что ли. Такие яркие прям. Вот этот камушек каким-то боком добывается или нет? Это же игра, здесь может всякое случаться. То есть бывает же всякая фигня такая, а? Обычный камень, ни хрена, а это просто зеленый. Это мох, забитый мхом. Да, на камни, короче, вестись не нужно. Просто давайте уже глянем, что в этой стороне есть. А в этой стороне нифига такого видного нет. Окей, возвращаемся к этому, к железной дороге. Не, ну то, что мы нашли пистолет, это вообще шикарно. Но самая большая проблема, это то, что у нас патронов нет, и мы их сделать никак не можем. Но, скорее всего, в следующей серии, друзья мои, мы по-любому сумеем замутить себе патрончики. Где-нибудь мы сульфур найдем или уже готовые патроны. Что ж, друзья мои, на этом мы, наверное, заканчиваем. Надеюсь, вам все понравилось. Потихонечку как бы изучаем эту вот игру, ждем ее появления в Steam 10 февраля 2021 года. И, друзья, если вам все понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал и, само собой, увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи, друзья, и всем пока!